такой, к сожалению, попался. Заехали. Давай. Чего? Чего? Здоровайся. Здравствуй, здравствуйте, Антон Александрович. Культу забыли. Приехали мы на рыбалку. Первый раз. Да? По открытой воде. Вообще первый раз. Не, ну по открытой воде в этом году первый раз приехали на Аку. Посмотрим, что у нас здесь ожидает. Тебя не видно. Испытаем удачу. Ничего, голод за кадром. Зато вот здесь все видно. Зато здесь все видно. Ну что, давайте. С днем рождения, Руслан Дмитриевич. С днем рождения! Ура! 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 Вот первый заброс в этом году. Задымило все. Ну-ка, расскажи, где мы, что мы делаем. Заберите меня, где спасите. Мы? Где мы? Мы на Оке. Что мы? Мы говно. Отлично. Скорее всего, мы не говно, мы в Оке, недалеко от Коломны. Сидим. И ни хрена не клюет. Как обычно. Как обычно, а потому что нажелали, ну как, да. Как обычно. Ни гвоздя, ни чешуи, ни жезла, ни хвоста. И вот все как обычно. Вот в хорошей рыбалке, удачного клева. Вот с таких слов вообще можно никуда не ехать. Тоже он такой аморфный. Первый улов. Здорово. Канал «Ленивый походник». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Поехали на рыбалку, говорили они. Вы
будет весело, говорили они. Матом можно? Нет. Она надоела уже. Да, да. Вот он и сидел. Бустера? Да. Сань, принесешь? Ведро? Электрод? Нет? Давай, давай, давай! Стой! Ручку, электрод? Нашел два оператора, он же рыбак был с самого начала. Ох, дай ему леща. Я рыбу поймал. Вот так вот надо рыбачить. Ну, Саню, готовься склевать будет. Саня, готовься. Саня. Саня, готовься. Это он наел. Тоха. Пускай он готовится. Склевать будет. Сейчас клюнет. Вот сейчас клюнет. Сейчас клюнет. Вот прямо вот сейчас должна уже скоро. Я контролирую процесс. Мы сейчас вот заснимем видео, как Александр достает кормушку. Все это, все это заснимем. Домой приедем и будем делать работу над ошибками. Будет рефераты писать, зачеты сдавать. Что такое патерностер. И вот как их не контролировать, а? Они ж тут без меня с ума сошли, не знают, что делать. О, червяка потерял. Приехал на рыбалку, червяка потерял. Студент, блин. Халтурщик. А это вон Соня наш сидит. Как поспал? Как там наши успехи? Давай зубы не заговаривай, пучком одевай. Штучки три на крючок. Только дай мне палку, а что ты там ржешь? Что, издеваешь что ли над кем? Я учу вас. Конечно. Дети. Кто он? Сало нацепил, ё-моё. А хрен там, не клюет. Только на червя. Опа. Видал, как вот удачно? Ну-ка. Смотрите, там клюет. Здесь первый раз человек у нас закидывает удочку. Блин, Сань, только удочку, пожалуйста, не выкини, а? Я реально переживаю за это. По-братски. Сто... Уйди отсюда, а? Штаны подтяни. Ток, закинь, а? Он вытащит, а ты закинь. Я сейчас вам дам вот так вот, кого ты слушаешь.
Саня, уйди нахрен отсюда, а! А, стой, стой, подожди, ты сейчас понял? Так. Закинь, ладно, а. Смотри, показывай. Да, о, фу. Отпустила. И нахрена ты ее так далеко закинул? Вот иди доставай. У нас дебют. За сегодняшнюю рыбалку Антон Александрович словил первую рыбищу. Антон Александрович, похвастайся, пожалуйста, народу. Санек, ты сколько взял? Первый его. Ой, товарищ улетит. Вот даже в руках держать. Здоровенный окунь.